Полина Хоменко и ее мама с радостью приняли приглашение на праздник в лагерь «Волжанка». Перед началом учебного года детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья удалось повеселиться и пообщаться друг с другом в непринужденной обстановке. Мы очень любим все праздники. Когда нас куда-то приглашают, мы, конечно же, с радостью. Тем более «Волжанка» мы очень любим. Мы каждый год здесь отдыхаем. И, как я Полине сказала, говорю, Полина нас приглашает. Мы тут же вскочили, быстренько оделись и побежали. Праздник начался со спектакля. Перед детьми и их родителями выступила труппа театра «Самарская площадь». Мы часто верим в заблуждение, что кто силен, тот царь зверей. Но побеждает, тем не менее, лишь тот, кто разумом сильней. Затем детям и их родителям предложили поучаствовать в различных играх. Провели творческие мастер-классы. Там мы будем делать с ними поделку, так сказать, завершать лето. У нас будет такая яркая солнечная поделка, мы будем делать божью коровку, чтобы след массировалось у детей, как говорится, весь год. Вот этот вот прекрасный летний праздник, посвященный началу школьной поры. Общение. Это, наверное, в наше время общение – это самое дорогое, что может быть. Вот смотрите, какие дети довольны. Вот смотрите, как они счастливы, что они вышли из дома, из своей обычной обстановки. Посмотрите на эту природу. Подышите этим воздухом, поиграйте с белками и покормите уток. Это уже счастье в наше время. Такие праздники для детей с ОВЗ руководство лагеря «Волжанка» и городская организация инвалидов будут проводить до начала учебного года. Тем, кто не сможет на них прийти, обязательно привезут подарки ко Дню знаний домой. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.